Народ, с вами Анестезия. Мы начинаем проходить Гарри Поттера и Узник Азкабана. Это последняя часть из Гарри Поттера, которую я буду проходить на канал. Ну, потому что первые три части по Гарри Поттеру, они для меня в фаворитах, так скажем. Тем более, что начиная с четвертой части, уже что-то все не по канону пошло, как-то, не знаю, все так резко ограничили, как-то... Чтобы попасть в этот уровень, вам надо там столько-то собрать этих, как бы, щитов. Ну и так далее. Ну, в общем, бред полный, особенно четвертая часть. Хотя, начиная с пятой, уже начинается более-менее такая полная свобода действий. Ладно, не будем на этом заморачиваться, давайте нажмем на новую игру. Тут я уже начинала, так что... Не обращайте внимания, я делала пробные видео для микрофона, потому что у меня новый микрофон теперь. Надо было соразмерить, так сказать, мой голос и звук системный. Ой, сколько раз я уже видела эту долбанную заставку. Кстати, тут будет космический перевод, так что не удивляйтесь. Здесь говорится, что Сириус Блэк сбежал из тюрьмы колдунов Азкабан. Никто еще никогда не сбегал, и орфография тоже. 12 лет назад Блэк убил 13 людей всего одним проклятием. Ну, по крайней мере, в Хогвартсе нам ничего не грозит. В чем дело, Гарри? Рон, я послушал разговор твоего отца о Сириусе Блэке прошлой ночью. Министерство магии думает, что он охотится за мной. Блэк вырвался, чтобы прийти за тобой? Гарри, тебе нужно быть очень-очень осторожным. Не напрашивайся на неприятности. Я не ищу проблем. Приключения обычно сами находят меня. Ну да, как всегда. Но они же его словят, правда? Я имею в виду со всеми этими маглами, которые его тоже ищут. Короста, назад! Неужели ты не можешь держать этого монстра под контролем? Успокойся, Рон, ты же не хочешь разбудить профессора Люпина? Не волнуйся, Рон, мы поможем найти тебе Коросту. Странно это звучит, конечно. Так, значит, наш живоглотик отдыхает. Как я говорила, твой кот — настоящее бедствие, Гермиона. Почему она тут Эрмиона, блин? Эрмигур Терман. Чудесно, теперь они пропали. Ну да, пропали. Че, зайдем? О, Гойл, посмотри, кто тут. Поттер, тебя ищет Драко. Кажется, у него для тебя сюрприз. Почему у них рты не двигаются, я ничего не понимаю. Причем анимация-то на самом деле она есть. Живоглот не понимает, почему нельзя доставать Коросту. Да все он понимает. Все твой кот понимает. Вон он! Чтобы открыть дверь, Гарри, можешь применить Алахамору. Держи левую кнопку, но не буду это читать. Сами понимаете. Причем анимация-то она есть, но какой-то баг в этой игре. Да все я знаю, блин, две части прошла. Вот он. Вообще-то она. Ай, мы можем забраться на этот багаж, Гарри, нам нужно только подойти к нему. Да на! Меня это бесит. Что она скрипит? Прям мне в уши. Нам нужно подпрыгнуть, чтобы перелезть в ящики. Хорошо. Тогда показывай путь. Иди вперед к ящикам, нажми да-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 да. Все. Хорошо. Я вас поняла. Я все прекрасно это знаю. Давай подберем Бабу Берти Бот. Фред и Джордж обменяют на них классные вещи в своем магазине. Думаю, надо столкнуть эту штуковину с дороги. Или один из нас может произнести заклинание Дипульса. А вообще, это была Рикту Семпра во второй части. Вау, отличный Гермиона. Все, так, где там твоя крыса? Да еще далеко до крысы. Да все я знаю, хватит меня учить. Так, ко мне тут котяра прется. Но теперь-то вы его точно можете слышать, потому что микрофон очень громкий. Он улавливает вообще почти все звуки, происходящие в комнате. Так, котик, можешь валить отсюда? Слава богу, если мы зайдем в эту книгу сохранения, она сохранит наше приключение до этого момента. Ну, это понятно. Меня еще интересует, почему Гермиона тут блондинка. Замечательно. Короста пролезла под эту стену. В самом деле, Рон, подумай о том, чтобы тренировать свою крысу. Вау, закрыто с помощью волшебства. Нам надо всем троим одновременно произнести заклинание, чтобы открыть замок. Я начну, а вы подключайтесь. Рон, ты завис. В курсе, что ты завис, Рон.
Что это такое? Это горгулья, конечно. Примени на него люмос, Рон, и появится секретная местность. Ай, даже здесь этот рокот в уши бьет. Берегись! Летающие книги! Кто-нибудь помнит, как накладывать заклинание Дипульса? Конечно, помню. Хорошо сработано, Рон. О, да. Это было очень смешно. А что было смешного? Ты не поверил в то, что тебе сказал Гарри? Хитрец. Шоколадная жаба. Это поможет нам вернуть нашу силу. И правда, хитрец. Гермиона, зачем ты ее съела? Я сама хотела ее съесть. Что-то я не уверен насчет этого вагона. Что в этих ящиках? Ха-ха, пауки твои любимые. Нам определенно не нужно тут находиться. Мы не можем оставить коросту, правда ведь? Вперед за мной. Что-то мне вообще конкретно в уши орет эта музыка. Я чуть-чуть убавлю тут. Ну, посмотри, кто тут. Потти и Уизли. Я должен был знать, что эта крыса должна иметь к тебе отношение. Драко Малфой. Так они тебя отправили в вагон с существами, да? Наверное, это единственное место, где он нашел друга. Собственно, у меня есть друг, с которым я хочу, чтобы ты познакомился. Теперь ведите себя хорошо. О нет, что это за жуткая книга? Вообще-то, мне кажется, что это копия чудовищной книги о чудовище. Произнесите заклинание на странице. Мы собьем их с неба. Какого неба? Где такого неба? Все заклинания Ректусемпра. В этой части заклинание Ректусемпра имеет другой даже значок. Странно. Что ж так орёт мне в уши? Вообще ужас один. Хорошая работа. Кричать можно. Рон, тебе на самом деле стоит поработать над точностью за исполнение заклинаний. Карта колдуна. Обожаю их собирать. Если мы хорошенько поищем в Хогвартсе, мы сможем найти все 80 карточек. Какого хрена Гермиона блондинка? Я ничего не пойму. Да, можем заглянуть в объединение фолио. Какого фолио? После того, как взяли карточку. Ну, все понятно. Обучалку я читать не буду. Короста. Ты создала нам кучу проблем, никчемная крыса. Пошли, давайте вернемся в свое крыло, пока мы не потерялись. Что случилось? Гарри! Дипульса! Ну, это я думаю не буду. Рон, делай все возможное, чтобы заблокировать дверь. Я пойду за помощью. Заблокировать дверь? Что там? Причем музыка реально так орет вообще прям настырно. Ну, откройся. Что... Во. Первый бой с Дементором. И последнее. Не понимаю, как этот синий туман может влиять вообще на сознание человека? Никто из нас не прячет Сириуса Блэка под мантией. Уходи! Гарри, ты в порядке? Да, что случилось? Так в чем была проблема? Дементор. Один из дементоров из Азкабана. Нам нужно назад. Мы будем в Хогвартсе через несколько минут. Ты себя точно хорошо чувствуешь? Нормально. У меня все нормально. В замке Хогвартс спрятано много разных тайн. Ну, это мы все знаем. Причем все тайны мы так и во второй части не нашли. Обидно. Гарри, Рон и Гермиона были рады вернуться в Хогвартс.
Ну, блин, я бы тоже была рада туда вернуться. Встреча с Дементором не принесла Гарри никакого вреда. Разве что возникло чувство страха. И ужаса, ну да. Трое друзей поспешили на первый урок, желая поскорее продолжить свои занятия. Прошел, прям скамейку. Я профессор Люпин, ваш новый учитель защиты от темных искусств. Наш первый урок касается заклинания Карпера Трактум. Рон Уизли, вы не против присоединиться ко мне? Ты уверен? Гермиона намного сильнее в колдовстве. А ты стрелы не переводи, давай выходи. У тебя все получится, Рон. Просто пройди в эту дверь, чтобы начать. Тут, в отличие от первых двух частей, нам дают поиграть всеми персонажами. Это здорово. Да и ходить мы в какие-то определенные периоды будем вместе. Иногда поодиночке. Эй, профессор Люпин! Добро пожаловать в испытание заклинания Карпера Трактум, Рон. Есть 10 щитов испытаний, разбросанных во время всего испытания. Некоторые хорошо спрятаны. Найди все 10 щитов, чтобы заработать доступ в комнату бонусных мобов. Если не найдешь все щиты за один раз, всегда можешь вернуться. Заверши испытание, собрав последний щит. Щит, удачи, на даче. У заклинания Карпера Трактум есть две главные функции. Подтянуть себя к чему-то или подтянуть что-то к себе. Посмотри, может найдешь статую, чтобы найти на ней произнести заклинание. Потом посмотри, что произойдет. Блин, что со мной сегодня не так? Почему я не так читаю? Насчет щит, удачи, на даче, это, короче, кто знает, ну тот поймет. Кто РТП смотрел? Прекрасно. Ты также можешь использовать Карпера Трактум, чтобы двигать рычаги. Попробуй найти один на стене и испытать его. А что его искать-то вон перед моими глазами? Чего вы из меня совсем тупого делаете? Губчатая плитка. Кажется, я помню, как ей пользоваться или нет. Теперь запрыгни на черепицу. Какая черепица? Во-первых, произнести Спанчифай. Да все мы знаем. Все, до свидания. Карпер Трактум может быть также использован для притягивания вещей к себе. Посмотри, может найдешь что-то для использования заклятия. Ну и там я не успела прочитать. Но это не важно, это все относится к обучению. Ох, обожаю этот цвет. Он такой прикольный. Блин, я бы тоже хотела тут побыть на этом испытании. Хотя мне больше, наверное, нравится испытание Гладсус. Перепрыгнуть ямы, да. When you get to the edge, continue holding the arrow key and press the right mouse button to jump. Спасибо, я все поняла. Я все помню. Как бы не застрять. И где секретки, я тут тоже помню. Я все помню. Потому что третья часть самая отличная. Рон сказал отлично. А что отлично, не знаю. О чем он так говорил? Карпер Трактум также может быть использован на веревках. Попробуй. Да он на всем может быть использоваться, что можешь подтянуть там или подтянуться. Ау, я так понимаю, что это песок? Чтобы мы не поскользнулись в случае чего. Потому что когда я приземляюсь, тут такая пыль. А может быть это пыль, а не песок. Оп. В принципе, когда мы вот прыгаем, тоже, видимо, все-таки пыль. Ладно, неважно. Профессор Люпин, эта штука не внушает доверия. Это импрон. Будь готов, он может бросить в тебя взрывающиеся колдовские хлопушки. Заклинания вряд ли помогут в этой ситуации. Постарайся не давать колдовским хлопушкам до тебя дотронуться, пока они в воздухе. Когда они приземлятся, ты можешь их подобрать, но будь осторожен. Если ты не будешь осторожен, хлопушки могут взорваться. Короче, мешкать нельзя. Вперед, Рон, попробуй подобрать колдовскую хлопушку и запустить ее назад в импа. Мы таким занимались в первой части, когда на нас Малфой напал. Прекрасно, Рон. А теперь давай проверим твои навыки. Для теста? Когда была маленькая, читала всегда для теста. Думал, какое нафиг тесто, вообще оно при чем здесь? Чудесно, Рон. Чудно. Так видно и пироги, они стоят дороже бобов. Ну не знаю. Это же всего лишь тыквы.
Зачем столько лягушек? Вы что, думали, что я совсем, что ли, тут тупая? Не справлюсь? О, нет, надеюсь, этот шум означает не то, что я подумал. Именно то, что ты подумал. Хотя, фиг знает, что ты там подумал. Все? Вроде все. О, пирог Колдрон. Держу пари, что они стоят дороже, чем бобы в лавке Фреда и Джорджи. И даже дороже, чем твои тыквы. И мне интересно, сфига ли это пирог, когда это вообще какой-то кувшин с медом? Я не знаю. Депольса, депольса. А вот и щиток. Спасибо. Я не уверен. А я уверена, так что давай работай. Два секрета уже нашли. А сколько всего? По-моему, 5, что ли? О! Вот это было здорово. Сейчас третью карту нашли. Рон тут собирает карточки про вампиров. Неплохо. Гермиона будет собирать карточки про драконов. А Гарри про ведьм, кажется. Тише. Уходи без меня. Вот, блин, мне бы было страшно висеть на каком-то долбанном заклинании над пропастью. Это слишком. А я-то думала, как туда перебраться? Я уже забыла, что там эта штука отпускается. Так, тише. Не качайся. Вон та стенка над рыцарем, она очень выделяется. И она откроется сейчас. Ну, алло, ура. Можно на это, конечно, внимание не обратить. Но вы обращаете внимание везде в этой игре. И вообще в играх про Гарри Поттера. Я это сделать во второй части на полную катушку не смогла. Но все-таки хоть что-то нашла. Профессор? Это огненный краб, Рон. Будь осторожен, он может выстреливать огнем, из его задней стороны. Произнеси Rictus Emperor, чтобы его сбить, потом заклинанием еще раз, если понадобится, чтобы в огненную, короче, в ловушку, какую огненную. Скажите мне, что это выход. Да. Тебя, похоже, никто не спешит обрадовать. Они такие красивенькие в этой части, прям цветные все. Не то, что во второй. Все одного цвета. В принципе, тут одни лягушки, нафига они мне нужны? Что это за дым? Похож на дым от дементоров. Если не дым, а, я не знаю, пар. Что это? Извиняюсь, что замолкла, я пока не знаю, что говорить. Если я узнаю, что, вы обязательно об этом первыми узнаете. Так, ладно. Кто, мне интересно, придумал все эти испытания для игр? Потому что в фильмах, в книгах этого не было. Хотя было бы круто, если бы игры сделали прям вот по книге. Это было бы реально классно. Там, я не знаю, что там Гарри-то делал у Дурсли в первой части. Его постоянно доставали, и он как бы сбегал вечно от кого-нибудь. От своих обидчиков. Потом его стригли налысо. И он предвкушал, как его будут утром дразнить в школе. Но когда он просыпался, волосы у него отрастали. Это было бы все классно, пережить самому, как бы, в игре. Но нет. Они сделали все по-другому.
Не говорю, что все очень плохо. Нет, все классно. Но так было бы лучше. Не понимаю, зачем тут нужна эта загрузка. Это же всего лишь следующая комнатка. Ой, привет. Ты какой-то бирюзовенький. Прости, пожалуйста, но мне тебя надо столкнуть в эту ловушку, иначе мне не откроется дверь. Хм. Рон, что ты все хыкаешь? И сейчас все это собирать. Такой дождик, клёво. Оп-оп-оп-оп. Причем тут бобы такие маленькие, они тут напоминают пасхальные яйца. Серьезно. А во второй и в первой они такие продолговатые, здоровые. По-моему, в ладошку вмещаются. Полностью. В таких подземельях, или где мы там находимся, я не знаю, тут довольно мрачно и жутко. Влетаем. Так, тут ты ничего, да? Ну хорошо. Не страшно. Ну давай, ты чё, попасть не можешь с такого расстояния? Это даже для такого снайпера, как я, позорище. Все в меня влетело. Ага. Я уже туда не хотела заходить, блин, сейчас бы щит пропустила. Мы уже 8 щитов сами собрали. Собрали. Серьезно? Когда мы успели? Я что-то потеряла счет времени. Так. Сохраняемся. Че в этой книжке, мне интересно? Надо будет в следующий раз посмотреть. Так, нас кормят лягушками, нифига. Все ведь нормально, мы даже ни с кем не сражались. Помню, вот этого места в детстве очень сильно боялась. Могла сюда просто часами не заходить. Не знаю, почему меня пугали эти черчики. Да блин, кидайте уже что-нибудь. Я в вас попасть даже не могу, это такое позорище. Ай, тише, я уже хотела подобрать, но он взорвался. Окей. Да, чтоб вас. Да, откуда тут в обычном рыцаре столько этих, как его, бобов? Так, ты все, да? Вот этот три раза поворачивается. О, и карта. Вот, никогда не видела, чтобы из рыцаря вылетала карта. Это, наверное, единственный раз здесь. Обычно из рыцарей карты не вылетают. Или я ошибаюсь? Я уж забыла. Тут стоит эта штука. Стоит над этим задуматься. Ну, точнее, я-то знаю, зачем она тут стоит. Так. А представьте, если бы эта штука не открылась. Ой, урона бы последние мозги отшибло. Да ладно, шучу. Он нормальный, в принципе, по интеллекту. Правда, вспыльчивый сильно. Что мешает ему трезво размышлять иногда. Я, в принципе, такая же, наверное, как Рон. Сильно вспыльчивая. Так. Ой, ой, не надо. Иди отсюда. Тоже мне умник нашелся. Зачем эта штука? Стой. А, показалось. Хэлыщ. А если бы ты не долетел, Рон? Молодец, Рон. И ты нашел все 10 щитов испытаний. Что означает, что ты можешь пойти в комнату бонусных бобов. Интересно, а последний 10-й щит, он считается за 10-й? Ну, в смысле, такой большой. Вау! Это комната бонусных бобов? А ты что, не видишь? Именно так, Рон. Собери как можно больше вещей, пока время не вышло.
И все-то нам на время дается. А это нечестно. Всегда один и тот же маршрут у меня в этой комнате. Всегда именно такой. Не знаю почему. Потому что бежать, наверное, слишком долго, а... Короче, бежать слишком долго, лететь быстро. Все, вы меня поняли. Сколько я обычно собираю? Наверное, где-то 600-700. Порядка вот этого числа. Угу. Не буду на это обращать внимание, окей? Оп. Чё тут? А, я, видимо, тут не все собрала, ну ладно. Забейте. Надо как можно больше всего подобрать. Я была здесь? По-моему, нет. Нет, не была. Ну да, как я и говорила, где-то порядка 600, 700, там, 800. 1000 я, по-моему, никогда здесь не набирала, не помню. Представьте, если тут щиты все не собрать и в эту комнату не попасть, сколько бы мы потеряли. Ну, тише, давай. Ух ты. Чё это они посыпались вдруг? Я что-то сделала такое необычное? Чего еще никто не делал? Типа обшастала два коридора? Ну, 800 мы с вами собрали, как обычно. А, последний! Спасибо. Ха. Еще даже парочку подобрали. Это фантастика. А где мы? Ты чё, забыл, что ли? Эти двери вернут нас обратно к любому испытанию заклинаний, которые мы уже прошли. Ты можешь еще раз пройти испытание Карпера и Трактум, если хочешь, Рон. Или мы можем пойти что-нибудь изведать. Иди вперед. Так глупо спрашивать, блин, про место, в котором ты третий год учишься. Где это мы? Да не поверишь, на Луне. Думаю, испытание еще не готово. Да, мы его еще не проходили, но я в него и не метилась вообще-то. Не целилась, метилась. Ай, блин, что скажу так вообще? Ты хочешь повторить чемпионат? Какой чемпионат? Гарри, выбирай выражение, пожалуйста. Так, ясно. Все? Пошли. И опять загрузка. Зачем она здесь? В какие ворота? Давай быстрее. Можете использовать портреты для того, чтобы мгновенно попасть на любой этаж замки. И там я не успела прочитать, забейте. Смотри, мне кажется, мы попали в боковую комнату. Боковую? Я слышала об этой комнате. За этими портретами краткие пути на любой этаж в этом замке. Интересно, как нам достать пароли? Гарри Поттер, я искал именно тебя. Привет, Фред. Где Джордж? Наверху есть магазин. Тебе заранее подарок на Рождество, Гарри. Это карта мародеров. Она поможет тебе перемещаться по Хогвартсу. Вау, спасибо, Фред. Ты можешь нажать на клавишу... Да, в любое время, все. Идем, идем со мной наверх, я приведу тебя в магазин. А с чего ты взял, собственно, что это Фред? Их же не отличишь. Хотя по характеру они немножко различны. Фред всегда заводил и был, а Джордж, он как бы за ним следовал, помягче все-таки. Фред все еще ждет нас, верно? Нам, наверное, лучше быстрее пойти в его магазин. Да никто тебя не торопит, Гарри, блин, надо все изведать, я не хочу никуда торопиться. Вы что, меня не знаете, что ли? Тут, кстати, совсем недавно свет горел, уже потушили. Уже более так мрачно. Видимо, загрузка тут шла несколько часов. Ай. Испытание еще не готово. Да не готово, я знаю. Да все закрыто, ясно, ясно. Я хочу просто бобы пособирать. Потому что они мне очень нужны. У меня тут будет купи-продай. Хотя нет, только купи. Я ничего продать не могу. В Гарри Поттере ты ничего продавать не можешь. Все, пойдемте. Здесь мы закончили.
Знаешь, у меня много лет. Чего много лет? Вот я говорю, перевод просто вообще супер. Подходишь так к кому-нибудь? Знаешь, у меня много лет. А чего много лет? Тюрьмы? Просто реально могут не так понять. Сидевшая Гермиона. Нехорошо так делать. Это неприлично. Да ты чё? Такой цвет. А, ага, я помню это место, да. Ну, давай. И бобы появились. Раз. Алхо. Тум. Тутш. Э, мы столько бобов пропустили, прям вообще грех. Всего один собрали, ну ладно. Что там у тебя? Ну давай, говори. Выкладывай. Хочешь купить хорошую карту, Гарри? Давай. В отличие от второй части, тут ты покупаешь карты, не которые ты пропустил, а которые есть действительно только у них. То есть нигде в Хогвартсе больше нет таких. Только у них. Собираешь карты, у меня есть одна такая редкая на продажу. Давай уже. Карлотта Пингстоу. Договорились. Рад был сотрудничать, Гарри. Хочу все 80 собрать. Продаю некоторые коллекционные карты, если тебе интересно. Все понятно, давай. Криспин Кронг. Кронг. Я сразу вспомнила похождение императора. Ну, знаете, Куско. Кронг. Да, ты там, тебе нужны карты коллекционера. Все мне надо, давай. Димфна Мурмак. Димфна. Что за имя такое? Никогда не называйте своего ребенка так. Манго Боном. Ну да, Манго. По-моему, Мунго. Но может, наверное, переводиться и Манго, и Мунго. Да, давай быстрее. Вот твоя болтовня вообще сейчас ни к чему. Чудная Венделин. Венделин. О, все, пошел. Все, распродал и пошел. Хорошо. Сколько там, что там по времени? Еще есть 8 минут, так что пошлите исследовать. Извиняюсь, Фред, что тебе приходится нас ждать, но уж извиняй. Я хочу все проверить. Эй, я хотела перелететь через перилу. Это что, запрещено, что ли? Так было бы гораздо быстрее. 593. Это мы с вами где-то... Бобов 300 потратили. Отвали, Слизерин не разговаривает с Гриффиндорсом. Да ладно, я с тобой не разговаривала. Прям такой умный, куда деваться? Все. Прям задела его и уже все, я с тобой не разговариваю. Какие вы модные, кому вы нафиг сдались? Еще и многие фанаты Гарри Поттера признаются, что пошли бы в Слизерин. Да нафига он вам сдался? Вы хотите быть не такими, как все, что ли? Типа аристократы? Упс, бред. Учитывая то, кто такие слизеринцы, я, конечно, не говорю за всех. Могут быть и свои исключения. Но все же. Они привели целую армию этих ужасных дементоров, чтобы они охраняли землю вокруг школы. Да, я все это знаю. Да сколько тут бобов, вы чё? Давай, заворачивайся. Пойди, пожалуйста, я хочу взять. Ай, я не хотела сохраняться, но мне пришлось бобы взять. Да, меня не волнует, какую коррекцию ты там начала. Закрой рот. Я очень добрая сегодня. Мне еще, блин, 2 видео записывать. Я же теперь записываю видюхи днем. Так что придется по 3 штуки записывать. Вот тут должна быть секретка, но она почему-то появляется всегда не сразу. То есть нам надо будет еще определенное количество часов походить в этой игре, чтобы эта секретка наконец-то стала доступна.
Успокойся. О, спасибо. И еще вот. Развалили весь доспех. Молодцы. Теперь убегайте отсюда. Пока вас не сдали. Кто там у нас блюдет порядок? Да, я это все знаю. А вот этот кабинет, кстати, вообще никак не изменился, заметили, да? Изменился только вот сам Хогвартс, вся его структура. Причем Хогвартс тут реально симпатичнее. И, по крайней мере, тут 7 этажей. Хотя с чего я вообще взяла, что в Хогвартсе было 7 этажей? Я почему-то... Не знаю, у меня какой-то бзик по фазе, сдвиг по фазе. Почему-то мне кажется, что их именно 7, хотя это не так. Их не 7. Их намного больше. А во второй части так этажей вообще 4. Интересно, что это за тетя? Тут должен был стоять продавец, но так как мы все карты раскупили, он тут больше не стоит, он тоже, наверное, пошел гулять. Да. Так, тут ничего, по-моему. Зачем эта комната, я даже вообще не понимаю, если тут ничего нет. Профессор МакГонагал, профессор Дамблдор. Я рад, что тебе стало лучше, Гарри. Спасибо, профессор. Вы, наверное, знаете, дементоры Азкабана прибыли в Хогвартс из Министерства магических дел. Я уверен, что Сириус Блэк в курсе всех событий, которые происходят в Хогвартсе благодаря дементорам, которые рыщут повсюду. Вперед! Джордж ждет нас в магазине, за мной. Вот как не стыдно тебе взрослых прерывать, кстати, куда они делись? Как-то они быстро исчезли. О, открылась комнатка. Фред все еще ждет. Да, ждет, подождет. Ничего с ним не случится. Я же хочу пошастать. Мне же все интересно. Ну вот о чем. Да, заткнитесь вы, дайте мне нормально пособирать. Что вы такие, я ничего не пойму. Все я знаю, до свидания. Тут у нас почти ничего нет. Да? Да, тут у нас только череп. Очень-очень такая комната, прям содержательная, спасибо. Я познал Дён, постиг. Ай, меня чуть дверьми не пришибло. Все делаем прям на ходу, быстренько и четенько. Да, Гермиона, отвали ты от меня, что тебе нужно? Так, Фортуна Мейджор. Это я и помню еще из того фильма. Увидимся с вами позже. Только что вспомнила, что мне нужно поговорить кое о чем с профессором МакГонагал. Так хотела в этот магазин. Интересно, к чему все это. Задалбывало меня на протяжении 7 этажей. Пошли в магазин идут. Добро пожаловать в магазин, вау, посмотри на все это, да-да-да. Просто подойди к любой вещи, которая тебя заинтересует. Мы расскажем тебе, что это и сколько она стоит. О, милая карта, сделка заключена. Но я еще ее не купила. Звучит красиво, куплю ее. Классическая карта коллекционера. Хорошо. Это очень ценная карта коллекционера, мне очень жаль ее отдавать. Да, ладно тебе. Интересно, зачем вам нужны эти долбанные бобы? Тоже какие-нибудь эксперименты проводить? Мы обнаружили Драко Малфоя на этой карте. Очень милая шутка. Договорились. Не стоило продавать это так дешево. Это хорошая карта. Дешево? 125, ну,
Да, это еще нормально. Я не понимаю, почему некоторые из карт такие дорогие, а некоторые нет. Что это за коробка такая? Шоколадные лягушки, которые, кстати говоря, какие-то смуглые вообще. Привет, Гарри, я слышала о дементоре в поезде. Надеюсь, ты на порядке. Возвращайся еще, Гарри, да, все. Вы так с меня содрали много. О, нет, Пивз. Ху-ху-ху, бедный Поттер и Уизли. У них нет паролей, поэтому они не воспользуются портретами. Ого, посмотри, у меня есть пароль. Ну, сейчас я их заберу. Давай, Рон, мы должны получить ту бумагу. Вот именно, давай колдовать вместе и проучим этого полтергейста. Зачем этого полтергейста сюда вообще впустили, в этот Хогвартс? Лови! Чё ловить? Да ты лови! Прекрати, я сдаюсь. Ты еще не сдался. Ну, погодите, Поттер и Уизли, вы меня еще не знаете. У нас есть пароли. Вперед, давай дадим этому шанс. Но я даже секрета на седьмом этаже не следовал. Они работают только на портретах с номерами этажей вверху, так? Я так думаю, это должно вернуть нас в боковую комнату. Звездное сияние. Это пароль такой, если что. Уже почти время урока заботы о волшебных существах. И Хагрид преподает в этом году. Кто-нибудь знает, куда мы направляемся? Я думаю, что урок будет внизу на загоне. Собрался на урок по уходу за магическими животными, я тоже. Это прекрасный Невилл, мы пойдем вместе. Давай, иди за мной. Все, мы с вами на этом заканчиваемся, тут сохраняемся. А пока что все, с вами была Анастасия, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.